Привет, друзья! В этом ролике я буду вам жаловаться. Короче, раздолбали меня в пух и прах. Я потерял всю броню, все оружие. Пытался его многократно вернуть, но у меня ни хрена не получалось. Я забил на это дело болт, и я, наверное, не заходил 2-3 дня в игру. Настолько меня это достало. Вот. Набрался, короче, сил, собрал хавчика. Вон у меня есть колбаски, у меня есть мясо быкозавра, у меня есть мясо морского змея, и еще там у меня рагу из овощей, из репы есть. Само собой, иду в болото, беру антидот от яда. Вот по дороге мне попадается змей, то есть капец. Хотел змея повоевать, сейчас у меня ни гарпуна, ни хрена, короче, нету. И маленькая лодочка. Когда я потерял свою экипировку, я еще потерял пару корабелей и кучу настроения и нервов. Так, ну от этого змея мы ушли. Ну, короче, вот здоровье у меня за 200 получается. Стамина тоже. Плюс от массы костей, кстати, офигенный там эффект идет. По-моему, если я не ошибаюсь, то даже можно не прикрываться щитом, и урон практически не проходит по тебе, когда включаешь силу массы костей. Так что набрал я хавчика, набрал антидота, понаходил свои доспехи какие-то мог. Вот еще, кстати, прикол, видите, масса костей. Это первая попытка грохнуть этого гада. Я его вот сюда увел в море, и он тут бродит до сих пор. Уже времени прошло куча, и вот эта вот чума здесь бродит по морю. Вот, если от него отплыть на более или менее там какое-то расстояние, он себе там тонет и торчит на месте, сука. Я следующий ролик сделаю, подтащу змея к нему или его к змею, и посмотрим, как они там будут с друг другом дружиться и размножаться. Вот, а здесь вот остров, на котором находится четвертый босс. Я сюда подплыл просто посмотреть и нарвался на такой попандос, что меня тут угрохали, блин, все. Потерял всю экипировку, я плакал. Все, что было нажито непосильным трудом, вот здесь вот все, сука, пропало. Дофига попыток было у меня вернуть, меня тут угрохали кучу раз. Вот очередная попытка, но уже я, как говорил, взял хавчика, антидота, и буду очень осторожно теперь сюда подходить. Здесь что хреново, маленькие островочки, на каждом этом долбанном островочке сидит какая-то сука. Вот, начиная от пиявок, которые вот сейчас где-то там уже повылазят. Ну вот они, блин. Пиявки, черти, слизни. То есть здесь где-то просто остановиться, осмотреться просто вот сложно. Вот, ну у меня уже имеется какой-то опыт. Вот, слизни, сука, прыгают. Я просто в бешенстве от этого. От этой локации. Сейчас я причалю куда попало, как говорится. Более или менее спокойное место, где можно вылезти. И будем им отбивать бошки этим сукам. Вот, первый пошел. Скелетоны.
По слизням булавой проходит просто с одного удара. Шикарно. Если чем-то там другим по слизням долбить, он может успеть еще там свои газы выпустить. А с булавы он улетает с первого раза. Вот. Ну, по мне, вот жарит лучник. Он не будет подходить к тебе. Надо или куда-то спрятаться, тогда лучник начнет подходить. Или подходить надо к нему самому. Короче, ребята, нет у меня топора даже, елки-палки. Я даже тут порубить ничего не могу. Каменный. Каменным не хочется рубить. Жалуюсь, я говорил, что буду весь ролик жаловаться. Нету, сука, топора. Зато есть пиявки. Вон еще пассажиры. То скелеты, я так вроде бы, да? Вольнем из лука по ним. Я уже, блин, отвык из такого лука стрелять, сука, отдайте мой клык. Это второй лук у меня. Не помню, как он там называется. Короче, херовый лук. Получите, распишитесь, уроды. Посылаю приглашение Драугру. Одного пригласил удачно, второй чухает ко мне. Пуляю по нему стрелами обсидиановыми. Хорошие стрелы. Лук херовый, стрелы хорошие. Хороший островок, тут бы что-нибудь построить, но похоже, что здесь респамятся всякие черти, да хер тут что построишь. Я там возле своей базы поставил корабль, вылажу с телепорта, какая-то херня долбит корабль. Что за херня? Думал, пиявка, давай смотреть пиявки, пиявки нету. Отошел от корабля, начинает из воды ко мне прилетать. Оказывается, сука, скелет залез под воду и потихоньку долбит корабль. Да и он еще и падла стрелять из-под воды может. Это вообще нету слов, короче, ребят. Одни эмоции. Вон там за корабликом видно. Светятся мои шмотки. Но пока я к ним подходить не буду. Надо в округе местную живность расхерячить. Потому что тут только попробовать высадиться. Сразу со всех сторон, сука, лезут. Ну, сейчас проходит более или менее удачно. Вон там крипта. Сейчас возле крипты там еще надо жахнуть, товарищи. Вроде пиявок побил, слизней побил. Немножко. Это еще инерция лодки тоже бесит, падла. О, пиявочка, отлично. Как же без них-то? Блин, я уже так привык к какому-то, блин, козырному оружию. Полезли. Скелеты от дробящего оружия просто улетают от булавы. Это железная, по-моему, булава у меня. Вот. А здесь я даже не включал силу массы костей. Хотя это было бы и не лишнее. Вот этих 5 минут, в принципе, было бы достаточно, чтобы им навалять по самое не хочу.
Короче, надо поремонтироваться. Сука, ну где вы, падла, беретесь? И откуда они вообще из-под воды, что ли, лезут? Ну что это, что за игра нахер, что они, блин, сухопутные скотинки ходят себе по дну вообще, блин, без всяких проблем. Ну что это за херня такая? Корабль надо поремонтировать. Я уже попадал, блин, не смотришь за состоянием корабля, потом тонешь как дебил. Вот у меня для портала мансы есть. Надо куда-то присобачить портал. Не хотелось бы, конечно, чтобы этот портал эти суки раздолбали. Вот. Ну, по крайней мере, хотя бы поставить, поремонтироваться, сгонять туда-сюда. Ну, вариант прилепить его на крипту, что-то я влезть не могу. Не хочет на крипту залазить, но мы люди опытные. Сейчас что-нибудь соорудим. А типа так. Мог бы хотя бы, по-моему, по лестницам ходить не умеет. Это уже спасибо вам. По дну ходить могут под водой. И плавают, сука, все. Ну что, строить-то, оказывается, на крипте можно, и сюда никакая падла не влезет. Так что... Вот так вот кручу-верчу, обмануть хочу, ставлю сюда портал. Эх, хорошо. Хорошо стоит. Я его назвал четвертый босс. Я специально заранее поставил такой портал отдельно. Назвал четвертый босс. Заработала, сука. Я прям устал и не чувствую себя отдохнувшим, сука. Я еще продублирую здесь верстак, чтобы его не раздолбали. И теперь четкий, конкретный портал. Теперь его здесь никто не раздолбашит. Летучих змеев здесь нет, поэтому порталу быть. А тут у нас хорошая погода, шикардос. Тут бы и сидел, репу, сука, сажал. Как правильно, сажал или садил, кто знает. Репу я имею в виду. Короче, выкидываю лишнее барахло, потому что мне надо будет пустой инвентарь. И вот у меня плантация репы для рагу. Репы очень мало находятся на болотах. Я, наверное, ну раза два, максимум три находил репу на болотах. Семки. Все, шикарно. Крипта под боком, блин. Очухаюсь, наберусь сил. Приду эту крипту, залутаю. А я хотел дракончиков тут. Хотел морских змеев, блин, пойти половить и заапгрейдить щит из чешуи. Щит из чешуи — офигенная вещь. Он на первом уровне 90%.
урона держит. Шикарная вещь. Ни один щит так, по-моему, не держит. Серебряный, по-моему, меньше, чем 90 держит. На начальном, на первом уровне. Ну, какая-то сука уже лезет. Но мы с ней разбираться не будем. Что хапнул, тащим на базу. Дом, любимый дом, моя любимая серебряная броня. Одеваемся. Серебряный молот, щит, ай-ай-ай. Кинуть надо лишнее барахлишко куда-нибудь, куда попало, потом разберемся. Когда-то крутая железная броня, скидываем ее нахрен, серебряный щит. Короче, все скидываем. Куда попало, потом разберемся. Начинаешь себя чувствовать белым человеком. Мой любимый лук. Капец. Я плакал, когда его потерял. Все рихтуем, ремонтируем. Релакс. Мои шмоточки, мой лук. Ой, как хорошо. 401-й день. Я медитирую. Медитация вам не хухры-мухры, это не 2 секунды. Туман, сука. Кто заказывал туман? Нахера нужен туман? Шикарно я все-таки тут сделал, блин. Портал. Офигенное место. Но никто, сука, не достанет. Так, ну что, второй заход. Смотрим, что там осталось из шматья. Пока, блин, эту долбанную броню прокачал, падла, и вот это все потерять, это просто, я не знаю, вырванные годы, падла. Топор не влез. Блин, рамка не влезла, то есть самые важные вещи не влезли, но зато влезло всякое говнище. Сука. Ну еще шлепает кто-то по звуку, слышу. Не буду разбираться, забираем, валим.
Хотя вот эту зеленую хрень грех пропустить. Но положить некуда. Хочу еще сделать железный молот, и для этого надо вольнуть элитного драугра и получить с него трофей. Я хрен его знает, может, у меня и был трофей, я их начал выбрасывать. А то их ложить, сука, некуда. Так что будет обидно, если он у меня был, а я взял да и выкинул. Скелеты, сука, проснулись. Падла. А лук, ага, лук у меня прокачан до 4 уровня. Я так понимаю, последний. То есть у меня... Блин, вся серебряная броня, лук и вся херня прокачана, блин, до упора. Я вот это все дело просрал, но вот реально, блин, у меня настроение просто отвалилось. Я вот 2 дня не заходил в игру вообще нахер. Все, забрал все важное, валю на базу. Потом вернусь, заберу корабли. Там еще большой кораблик я продолбался, чтобы не матюкаться. Надо забрать с него гвозди железные. И вот эти маленькие перегнать себе на базу. И вот 6 уликов. Уже не знаю, куда этот мед девать. Короче, вот такая вот, блин, печальная история. Потратил кучу нервов, но все-таки я вернул свои шмотки. Будем пилить дальше видосы.